Мы готовы ко второму отделению. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что сегодня исполняется авторская музыка Валерия Нагорного. Вообще, сначала, когда возникла тема такая, как композиции в джазе, все немножко хихикали, отворачивались и говорили, как так? Мы же говорили, что вы такие свободные люди, что вам главное – это импровизация, а композиция – это пусть остается, так сказать, за классиками. А у нас индивидуальная свобода. Я выхожу и играю, что хочу и как хочу. Вот композиция или импровизация – спор идет 50 лет. И, наконец, конечно, находятся талантливые люди, у которых это все, естественно, сливается. И если не будет композиции, то импровизация, она сама потеряет смысл. Потому что эта импровизация должна быть внутри какой-то музыкальной формы, которая нас зацепит. Я приведу простой пример из первого отделения, в котором вы аплодировали очень активно, кстати, маленьким эпизодом. А каким эпизодом досталось больше всего? А там, где есть яркая мелодическая зацепка. Импровизация импровизации, но композиторская зацепка должна быть. Какие-то две понятные фразы, которые цепляют и на которых строится все остальное. А дальше все дело за Джоном Колтрейном, который является иконой для всех саксофонистов, и не исключение, что икона для наших сегодняшних исполнителей. Человек, который пришел к модальному джазу, когда он сказал, не надо все время менять гармонию, как в песенном репертуаре. Давайте бас остановим на одной ноте. Иногда будем чуть-чуть на другие уходить. Но все-таки давайте однотонно, так легче гораздо импровизировать. Потому что если у вас есть остинатный бас, музыканты это понимают, то можно уйти в любую тональность. Можно играть политонально, свободно. Кстати, заметили, в одном месте в сюите был такой чистейший авангард. Ну и что? Был такой элемент распада. Что это означает конкретно к сюжету, это не важно. Был распад, после которого опять было все собрано вместе. И для меня сегодня произведение, вот это сюита, если отнять последнюю такую успокаивающую вещь, думаю, что это интересно, потому что это соединение каких-то мыслей с импровизационным и композиторским джазом сразу. Я очень рад, что сегодня выступает Валерий Нагорный, потому что этот человек всегда в прекрасной форме. И для него главное – это звук его любимого инструмента. И давайте скажем честно, звук у него внушительный, красивый и очень разный. Кстати, на сопрано-саксофон он достигает того совершенства, потому что этот инструмент противный, как говорят все музыканты, вредный инструмент, на нем устройство да, не очень ладный, но у Валерия Нагорного все это замечательно получается. Это он передал своему сыну Сергею Нагорному. Я считаю, что такая традиционная летопись, когда в джазовых семьях растут джазовые люди, это замечательное дело. И за то, что у него появился такой ребенок, которого он так обучил играть виртуозно, уже ставит памятник отцу. Потому что всегда во всех семьях в 20 веке быть музыкантом считалось не очень хорошим делом. Я читаю биографии всех джазовых музыкантов или композиторов, которые росли в Америке, в Соединенных Штатах считали, что это несерьезно. Сначала кончи юридический или экономический факультет и поработай-ка сначала риэлтором. Потом, может быть, ты можешь заниматься музыкой. Многих было так. Если бы родители музыканты, было значительно легче. А в основном все говорили, ну, хорошо ты это делаешь, ты хорошую оперетту написал. Да, большой гонорар получу. Больше меня теперь получаешь, мой сын. Но серьезный человек, ну, этим бы не занимался. Смотри, вот фирма, унаследуй ее. Вот, знаете, в Америке было очень много таких биографий. И я считаю, что сегодня у нас на сцене музыканты высочайшего класса, которые презрели все руководства родителей и пошли по музыкальной линии. Да, не очень ясно, как у нас с заработками, не очень ясно, как с будущими пенсиями. И вообще много неясного. Но мы сегодня любим это и играем именно это. Вот это хочется вам сказать, Валерий Нагорный. Я убежден. Давайте позовем его на сцену. Хорошо. Еще раз напомню вам.
Алексей Шихов, это ударные инструменты. Алексей Шихов. Филипп Мещеряков, контрабас. Никита Орехнев, фортепиано. Сергей Нагорный и Валерий Нагорный. Музыка продолжает существовать до тех пор, пока в наших руках наши любимые инструменты. Начинаем наше второе деление с небольших пьес. Все они будут дальше более-менее понятны. Называется пьеса «Надоедливый». Thank you.
Thank you.